вот такого рода проекты, они дополняют традиционную энергетику. Надеюсь, что они будут приносить свою пользу. Пожалуйста, можно приступать к запуску. Прошу вас. Это вторая станция. Вообще у нас их где-то 9 станций будет построено в Оренбурге, солнечных. И в основном это в таких районах солнечных. И в Акбулатском, и в Солилецком, вот в Переволоцком уже есть, в Орском. Ну, в Орске вот здесь это вторая. Это самая крупная электростанция солнечная в Российской Федерации на сегодняшний день. Из регионов нашего присутствия это самый солнечный регион, буквально в смысле этого слова. По коэффициенту инсоляции вообще, в общем, среднегодовой. Поэтому мы планируем и в дальнейшем здесь продолжать развивать солнечную генерацию. И у нас действительно есть планы. И планы еще строить электростанции здесь солнечные. Водороды – это то, что, ну, как-то невосполнимый источник энергии. А это хороший взгляд в будущее. И вот сейчас спросили о себестоимости и так далее, но никто не спросил, а сколько это стоит. Если говорить сегодня о том, сколько вот это стоит, то это дорогая. И окупаемость ее очень длинный и большой промежуток времени. Благодаря государственной программе она будет окуплена за 10 лет. Но 10 лет это тоже немало. Тоже немало, да? Но зато в будущем. Понятно, о чем речь? Вот этот шаг – это взгляд в будущее.